Ядринская центральная больница преображается на глазах. Капитальный ремонт здесь идет и снаружи, и внутри. Здание построено в 1989 году и нуждалось в ремонте уже давно. Ремонт начался в мае этого года, но уже благоустроена территория больницы, появились своя автомобильная парковка и детская площадка. Преобразилась и часть фасада больницы. Но большая часть работ ведется сейчас внутри здания. На проведение капитального ремонта из бюджета республики выделили почти 70 миллионов рублей. Меняется внутри водопровод полностью, отопление полностью, вентиляция все полностью переделывается. Значит, новый набор помещений появится у нас. Значит, а снаружи у нас все утепление происходит. Ну, внешний вид будет очень красивый. Планируется после ремонта изменить внутреннюю маршрутизацию, чтобы пациентам было удобно перемещаться, чтобы лишних передвижений не было. Стоматологическое отделение после ремонта разместится на одном этаже. Для удобства пациентов кабинеты будут расположены в одном месте. Положительные изменения ждут и детское отделение. Здесь разделят потоки здоровых и больных детей. Для мам обустроят комнату для кормления и колясочную. Посетители больницы ждут окончания работ и готовы потерпеть временные неудобства. С одной стороны, действительно все обустроено, красиво оформлено. Особенно, то есть, небольшие есть неудобства в плане того, что кабинеты, да, размещены немножко, но, тем не менее, люди все это понимают. Самое главное в плане учета детского отделения, да, действительно, там будет все комфортно, обстановка, я думаю, будет какая-то интересная покраска стен, то, что немало значения приносит для детей, немаловажное. Работы по утеплению и обновлению фасада больницы должны завершиться к концу сентября. Ремонт внутри здания – к концу года. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.